Привет, друзья! Сегодня 30 августа, время 12 час дня. Я пошел в лес, который находится около города, за белыми грибами. Также буду собирать боровики, если они попадутся. Во всяком случае, они здесь растут. Сейчас у нас растут грибы абсолютно везде, во всех лесах. Везде попадаются, в том числе и в лесу около города. Уже минут 20 от того, как я вышел из подъезда, мне уже начинают попадаться грибы. Минут 20 всего лишь это занимает времени. Так что буду собирать, буду искать, буду вам все показывать. Я думаю, грибы будут, так что видео получится. И думаю, что оно будет интересным. Вот, друзья, попался первый гриб сегодня. Опа. Хорош. Берем. Классный. Смотрите, друзья. Спустился немножко с бугра. И поперли белые. Смотрите, какая поляна свежих беленьких крепышей. Опа. Один крепыш. Взяли. Дальше. Проходим чуть-чуть. Смотрите, еще один красавчик. Два. Вот этот маленький. Выкручиваем его. Три. Дальше. Вот здесь проходим, смотрите. Четыре. Четыре, но какой-то он червивый. Сейчас мы посмотрим, может, что с него вырежем. Вот здесь вот пропустил. Пятый. Маленький. А, тоже червивый. Так. Дальше. Смотрите. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. И вот девятый он загнивший. Девять штук полянка беленьких. Вот на небольшом прям месте. Там какая-то женщина грибы собирает. Грибников полно, как и грибов. Класс. Смотрите, друзья, еще беленький попался. Вот один. Красавчик, ой, шляпка у него отлетела. Он чистый хотя бы. Уже хорошо. А вот второй. Два. Берем. Смотрите, друзья, попались мне снова беленькие. Хожу вот чисто медленно, гуляю, так сказать, около города, где множество тропинок, дорожек, где множество грибников ходят, обычных гуляющих людей. Вот еще беленькие попались. Раз, один. Есть. Смотрите, второй. Это уже под деревом. Большой. Ох, червивый. Так, ножку выкинем. Ямку засыпем. Шляпку сейчас посмотрим. Может, на сушку что-нибудь вырежем. Так. И вот здесь вот маленький.
свеженький бирючок. Так сказать, сегодняшний. Опа. Засыпаем. О, какой морозильный вариант. Смотрите, там вот гриб этот большой рост. А с этой стороны-то я не заметил. Молоденький, свеженький растет. Отлично. Берем. Вот продолжаю я тихо охотиться. Встретил сейчас еще одного грибника. Дедушка ходит в край дороги. Грибы ковыряет. Грибы сейчас растут везде. Сейчас идет их активная волна. Поэтому можно белых набрать в разных лесах. Причем в том числе и леса с разными деревьями. Здесь вот мне сейчас попались. Смотрите, какие грибочки. Два боровичка сосновых белых гриба. Элитные грибочки. Ух, какой красавчик. Ух, морозилочку его. Прям напополам разрезать. И морозилку. Класс. Супер. Какой твердый, прям как камень. Холодненький, свеженький. Раз расшатали и выкрутили. Опа, куда ускакал двойной. Берем. Супер. Даже здесь боровички попадаются. Красота. Вот пошли уже белые одиночные. Не по два, не по три, не по девять. Один попался. Хороший. Берем, конечно же. Продолжаем. Не только белые грибы у нас попадаются. Молоденькие, но еще и березовики. Опа. Ой, блин, отломился. Неаккуратно его как-то вытащил. А вот второй. Второй молоденький подбер. Уже шляпки такие у них темнеющие. Чернеющий осенний вариант. Вот снова попалась небольшая кучка белых грибов. Смотрите. Оп, под вереском. Какой стоит боровичело. Ух, здоровый. О, какой боровик. Рядом тут, смотрите. Свеженький, молоденький, еще вылез. В раскачку. Блин, видите, ножку сломал. А, во, вытащил. Нормально. Песочные. Но это все легко смывается, чистится. Класс, зато чистые. Если из песка так белый гриб растет, то, наверное, 98%, что он будет чистый. Всегда. И вот здесь третий. Опа, красотуля. В морозилку пойдет. Супер. Три штуки пока вот только увидел. Не знаю, может, здесь еще есть где-то. Не вижу. Но если что, покажу. Продолжаем. Вот от этого бора, где сейчас я вот собираю грибы, в том числе боровики, мне до дома не спеша идти минут 20. Может быть, даже 15 до подъезда. Хотя раньше я не знал, что здесь растут боровики. Прям, можно сказать, около дома. Ух. Это вот не боровик. Но посмотрите, какой красавчик.
Класс. Вот очередной белый гриб уже повернул в сторону дома. О, хорош. Земля уже просыхает, но еще влага есть. Грибы еще должны расти. Вот еще в край дороги малыш попался. Морозильный вариант. Морозилочку пойдет. Ах, свежий, чистый, отломился. Ну ничего, дома счищу. Нормально будет. Ну все, друзья, закончилась сегодняшнюю тихую охоту. В общей сложности около 2 часов я ходил. Много времени потратил на фотографии и на видео. И вот мой результат. Боровики и белые грибы. В основном здесь целая корзиночка. Корзинку на 4,5 литра можно было взять и больше. И набрать ее тоже целую. Грибы не почистил. К сожалению, ножик дома забыл. Вот сейчас домой приду, почищу. Пару червивых я выкинул, белых. Они были мягкие ножки. Я под шляпку оторвал, она червивая вся. Вот здесь вот крепкие грибы. Большинство будет чистых, это точно. Все, друзья, спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.